Вы знаете, я хотел, чтобы зазвучала музыка, где поет Олег, а я бы вышел и стал бы, как на мультфильмах, озвучивать его песню и подумать, какой он замечательный, какой восхитительный. Это старая такая шутка в кино и где-нибудь там было. И тем самым я бы, наверное, выразил свою как бы любовь и уважение к нему. И думаю, ой, как здорово. И вы бы, наверное, я позволю себе подняться. Ну, уберу этот стул. И тогда бы я сказал, вот я такой-то и такой-то люблю Олега за то, что он столько спел и столько сделал. Я сейчас перед вами, в общем-то, исповедуюсь. И говорю, вот ребята, сидящие здесь, и каждый из вас, каждый кто-то спел, кто-то сказал, и кто-то обязательно хотел для себя обозначить вот это слово, вот это нежное состояние. Вот. И мы все певцы и все поэты. И очень любим это свое состояние в своей жизни, когда мы, что бы мы ни делали, мы где-то находим момент, где мы поэты. Мы что-то обязательно сейчас создадим какую-то рифму. Мне больше тебя не узреть, но камень в тоске содрогнется, когда я начну об утраченном петь. Чем больше, тем слаще поется. Это можно написать на кухне, но это замечательные строчки. Поэтому я хочу знать чего без этой песни. Хочу сказать, мы вернемся в момент тех слов, когда мы говорили, и они были значимы и любимы, когда мы говорили «здравствуй», когда мы говорили «до свидания». И это хорошо. Я возвращаюсь от печальной ноты, я хочу сказать, что я вас не знаю всех. Я вас люблю. Если вас не будет, значит, не будет меня. А если не будет меня, где-то будет порча у вас. Спасибо.